Будущие владимирские юристы учатся перекрывать кислород взяточникам. Глава управления по вопросам противодействия коррупции администрации 33-го региона Игорь Лебедь пообщался со студентами в ЛГУ. Открытая встреча прошла в рамках молодежного образовательного марафона «Олимпиады лидеров от Дня Конституции ко Дню России». Инициатором выступил комитет по молодежной политике. Были такими общественными, может быть, и контролем, потому что они много видят, ты слышишь, ты, конечно, много что видишь в социальных сетях, наверное, наиболее быстро реагируют на поступающую информацию. Очень важно не только общественной, но и профессиональной деятельности. Поэтому, наверное, тот актив, который должен вместе с нами совместно работать в реализации антикоррупционной политики. Ведомство Игоря Лебедя относительно молодое, ему всего 2 года. Тем не менее, конкретных дел вполне хватает. Рассказать о них будущим стражам закона значит поделиться бесценным сплавом знаний и практического опыта. Довести до них не только для чего создано наше управление и чем занимается администрация Владимирской области в плане борьбы с коррупцией, но и через них попытаться донести до самого широкого круга населения, до всей, если возможно, Владимирской губернии, что реально происходит в области, какие есть негативные моменты и как с этими негативными моментами борется губернатор и во главе с ней вся администрация области.